Добрый вечер, большая страна! Здравствуйте, дамы и господа! Добро пожаловать в Москву! Добро пожаловать на Сапсан-арену на матч 13-го тура МЛБ первой лиги, в котором московский футбольный клуб «Родина» принимает соперников из Тулы, футбольный клуб «Арсенал», лидера этого сезона, но по игре, у которого и к которому, в общем-то, находится немало вопросов, особенно с учетом последних результатов, особенно с учетом того, что давненько, пожалуй, тулики не забивали. А здесь стартовый свисток, а здесь матч начинается. Родина — Арсенал, и сразу ошибается Бельников, сразу Йорги Рейна мяч перехватывает, не давая нам перейти к составам команд. Отличный заброс, передача дальше в сторону Юшина. Нашей молодежки в гостях, именно в Поднебесной. Будем, конечно, за всем этим смотреть. Но пока с мячом Липовой. Липовой входит в штрафную, готовит удар. И, кстати, неплохой. Вот с моей позиции было видно хорошую такую геометрию удара. Изначально было понятно, что точным он не получится. Но в целом очень даже неплохо. Неплохо, так считает и Сан Саныч Таражук, кстати говоря. Говорит, здорово, здорово. И награждает аплодисментами своего игрока. Но это еще возможно, с учетом того, что Малик, как мы с тобой знаем, все-таки получил небольшую травму. И сегодня, насколько я понимаю, не появится Рейна с мячом сейчас. Рейна несется к чужим воротам. Здесь сразу есть подключение. Юшина передача. Критиковал Йорги Рейну за то, что он сегодня не может сделать передачу практически ни одну точную своему партнеру, но он просто копил ману, если угодно. Тут интересный такой еще момент, что пока был повтор Гордюшенко. Рейна на 2-0 момент, Левашов тащит. Пока были замены, Александр Старожук и его тренерский штаб уже отсмотрели, что же произошло при взятии ворот его команды, и он вынес целый ряд корректив своим футболистам. Ждут вместо... там не видно, да, еще пока? Ну, к сожалению, нет. Вот табло только сейчас принесли. Да-да-да. Передача вперед, хорошая. Азявин, рикошет, и один-один. Ну, как они это делают? Ну, как они это делают раз за разом? И Илья Азявин, про которого мы говорили, что, в общем-то, может быть, не самый очевидный выбор Старожука, но этот выбор сыграл. Господи, как же они радуются и как они его поздравляют. Илья Азявин, ну он не плачет, конечно, но что-то там подобное, знаешь, он в полном шоке. Быстро атаку убежать, Горбишенко. Нарушение правил, штрафной здесь. Ну что, Кожедуб у мяча. Святослав Кожедуб. Зачем-то же его купили из «Чайки». Подача! Левашов спасает свою команду. Какие эмоции здесь у болельщиков рядом со мной сидят. И финальный свисток 1-1. Арсенал спасается в самом конце матча благодаря дебютному голу в лучшей лиге мира Ильи Азявина. Александр Юшин забил немногим ранее до этого свой 7-й мяч.